Итоги дня НХЛ для россиян: 13 очков Панарина в 5 матчах, 38 сейвов Бобровского 6 апреля 2018 года, 9 часов 15 минут. Хоккей. НХЛ в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. Александр Овечкин забросил 47-ю шайбу и оторвался от Патрика Лайне в борьбе за Морис Ришард Трофи на 3 шайбы перед последним матчем регулярки. Евгений Кузнецов впервые в карьере набрал 80 очков за сезон. Артемий Панарин набрал 13-2-11 очков в последних 5 матчах. Вратарь клуб Сивы процент обсчет Бобровский Коламбус 38 из 4388,44, 5 от игра клубочки, штрафброски, хиты, блоки, вбрасывание, время Бучневич, Н. Рейнджерс 0-0-0-0-201-15-54, наместников, Н. Рейнджерс 0-0-0-0-110-15-01, Зыков, Н. Каролина 0-1-0-0-0-0-12-55, Овечкин, Н. Вашингтон 1-0-1-0-4-0-0-21-54, Кузнецов, Н. Вашингтон 2-1-104-10-29-16, Малкин, Н. Пейттс БУРГ 0-1-1-0-3-0-0-3-3-49, Панарин, Н. Коламбус 0-2-202-10-23-10, Додонов, Н. Флорида 0-1-205-20-18-09, Мамин, Н. Флорида 0-0-0-0-110-09-38, Слепышев, Н. Эдмонтон 0-0-0-0-211-19, Голдобин, Н. Ванкувер 0-0-101-12-14-16, Задоров, З. Колорадо 0-0-202-51-19-47, Емельян, З. Нэшвилл 0-0-101-03-13-47, Орлов, З. Вашингтон 0-0-102-10-21-09, Проворов, З. Филадельфия 1-0-101-32-25-22, Зайцев, З. Торонто 0-0-0-0-331-20-00, Нэшвилл выиграл регулярку, а Овечкин все ближе к Ришару. Тем временем свободных мест в кубковой зоне осталось только 2, по одному на конференцию. Источник: чемпионат. Сообщить об ошибке. Комментарий 06 апреля 2018 года.